Так, подождите-ка. Стац тут начинает. Ну давайте, я не вижу Хира. Я очень хотел Хира Су посмотреть, если честно. Вот. Стац против Асуны у нас тут бьется. То есть другое ПВЗ. Вот. Посмотрим, китайцы против корейца. Сейчас я завешу штору. Ну, к сожалению, Су Хира я почему-то не вижу на канале. Может, какие-то у них аккаунты там другие, я не знаю. Может быть, еще что-то. Может, по два матча там стартуют. Два, потом два еще. Я хз. Ну, вообще, как бы на Лайфенге все одновременно стартуют обычно, ребят. Вот, ну, давайте посмотрим. Ясону в последнее время очень неплохо отыгрывает. Причем, ну, он и с тиранами неплохо отыгрывает, и с протосами тоже, в принципе. То есть, он такой стабильный китайский игрок стал. Посмотрим, что у нас с Стасом. За Стасона я всегда болел, на самом деле. Вот. Так, кстати, почему Лайфэнг действительно... Да, сейчас я напишу. Не знаю, почему как на кибете почему-то не добавили. Ёпарец, это что такое? Так, что будет из как с дисциплиной, но это если среди с пролигой, то ну, ничего не произойдет, никаких особых изменений сейчас. Будет все то же самое, просто без пролиги, соответственно. Другое дело, печально вот все в СНГ, как бы, это да, команд нету, как бы, нужно свои, чтобы игроки появлялись, но это крайне сложно будет сделать в ближайшее время. Вот. Так, какая-то не стенка, прямо нагромождение зданий в проходе у Стаса. Не люблю, вот, когда такую, такие темы ставят, на самом деле. Но Стас это все-таки хорошего, очень хорошего уровня игрок. Посмотрим, что здесь будет в итоге. Так, секундочку, какие-то мне там... Так, сотка на Сбер приходит. Павел Вячеславович, хорошего стрима желает. Спасибо, Павел Вячеславович. Здесь Нексус первый был, прибежал и Асуну попытался здесь что-то сделать, но ничего не может сделать в итоге. Ну вот суть этой стенки в том, что, в принципе, если вот так вот ставить здесь ближе, то здесь очень мало места будет для маневра как бы юнитами. Поэтому Стац вроде как поставил здание и здесь еще сзади оставил. Сону камешки грызет здесь.
Так, ребята, Раша или Руша, не знаю. Кунг-фу Ка будет стримить Мэджик. Я сегодня принял решение постримить именно Life and Playoff. Вот. Потому что здесь поинтереснее игры, чем на Кунг-фу Капе. Тут руставали. Ну, не очень это хорошо. Надо поаккуратнее быть. Идет вперед у нас Стас. Посмотрите. 6 адепт у него. Надо пытаться уйти. Хоть парочку, может быть, уйдет. И то я сомневаюсь, что уйдет. Ну, вот эти. Один уйдет, вот этот зелененький. Хотя, нет, два ушло. Один даже вот этот на 4 хп ушел. Вот. Без глефов куда-то поломился. Здесь линги великолепно встретили. Так, надо хил ставить. Ну, адепта догрыз, в общем-то, того 4 хп и все. Да, варп 4 сталкеров идет сейчас. Разведает иллюзиями, здесь летает стация. Асон устроит роуч и лингов. Собирается куда-то выдвигаться. Такое у меня ощущение складывается. Кстати, вот плеер только-только доделся. Но здесь уже 7 реваджеров морфится. А, это встречать будет он пуш. Нужно заказывать побыстрее Базергу Мув, конечно, роучем, реваджером, потому что они медленные достаточно сейчас. Но на крипе, в принципе, этих юнитов достаточно, чтобы подбиваться. Тем более, это выход просто идет сталкера с энтрями, чтобы развести зерга на дозаказ именно боевых юнитов, да, и сделать телепорт в итоге назад. Здесь минерали или не сталкеры стоят, все прикрывают. Блинк пошел. Так, 4 аж сразу пилона делает Стас. Ну да, действительно, здесь лимит на такой стадии. Запас, когда у тебя гитов 7, а 7 гитов 14. Лимита только одного варпа. Вот. Руша, понял. Так, обносится с порками здесь везде. Пытается стац. Ой, не стац, простите, конечно же, я осунул оппонент его. Так, вот мне непонятно, что сейчас хочет сделать стац. Здесь группа юнитов стоит, он собирается, возможно, ворваться. Козерк отойдет, но надо... Так, иллюзии проверил, увидел, где юниты зерговские стоят. Здесь три зелка залетать пытаются. Так, здесь порка, рэва... Ой-ой-ой, куда призма-то полетела? Здесь одновременно выход идет, ну, блин... Призма залетает через порку, уже дэмэджа получил здесь стат с призмой, причем реводжеры собираются встречать, 141, 175 по лимиту у зерга, все очень даже неплохо, но хороший такой выход со стороны стасона идет. Нужен телепорт домой срочный, потому что иначе беда, телепортируется, основной частью юнитов успел уйти. Так, здесь еле спас призму сейчас у нас стат. Блин, а вот если бы сюда варп зелков прошел, хотя без чаржа... Вот если бы они еще с чаржем были и варп прошел, было бы вообще жестко, конечно. Ну тут свич мутку, 17 целых муталисков заказывают у нас зерк. И если протос сейчас, хотя в принципе уже не вол, не ходс, да, как бы со штормом, можно и подзаконтрить. Сейчас ресурсов-то на карте меньше, то есть если как-то отбиться, выйти в четвертую, можно муталисков контрить. Вот, ну, и тем более спалил, в принципе, Асону. Надо сейчас просто побольше фотонок везде, может быть, с таргейты выходить стараться. Что и делает Стас, кстати говоря.
Ну а что же мутка? Мутка летит шатать вторую базу. Здесь одновременно забегание идет на 6 часов. Четвертую очень сложно ставку сейчас будет занять. Тут точно можно об этом сказать. Тут Мазеркор, мне кажется, позиция не верна. Почему? Потому что здесь все равно основная армия стоит. Здесь Мазеркор сильно решит. А вот здесь вот... Хотя здесь две фотонки плюс сталкеров тоже достаточно вполне оказалось для обороны статуса. Здесь он Линга встречает сталкерами. Неплохие фаербулы кидает Асону. Я говорю, Асону сейчас очень даже неплохо. Хороший такой зерк, еще бы крип бы успевал бы, помимо вот одного криптумора сюда, хотя бы один и сюда. Тянуть было бы вообще круто бы. Так. Хвалил статуса за то, что он сразу 4 пилона добавляет на 115 лимита, чтобы, ну, варпать нормально. И не было саплай блоков. И статс в итоге на 157 саплай блок попал. Неприятный очень. Идет вперед, шторм есть. Нексус, правда, отбивает. Все нормально. Ну что, стабилизировал статс, обратите внимание на лимиты. Плюс 3 делаются. А, сервера зафаерболил. Сплетанулся статс на две части. Сейчас муталисками пытается шатать и Асону. Тут 3 фотонки. Есть 4 феникса, сталкеры феникса идут отбиваться. Ну, нужно на сталкеров, да, приманить. Ну, тут мутка это в напряжении, статс содержит очень-очень сильно. Так, сталкеры подвлинкиваются. Ну, вот фигово, когда вот так вот дэмэдж распределяет. Смотрите, сколько, 6 дэмэджных муталисков, но погибло, сколько там, 3 всего погибло. А могло погибнуть бы штук 5 бы, 6 бы. Это было бы значительно лучше, потому что мута очень быстро регенится, вы сами прекрасно знаете. Но самое главное, что статс живой. Здесь слишком большой экономики нет, но выход в ультралов идет. Ультралы сейчас очень-очень такой лимит будет опасный для лимита статуса. У него ни одного имморта в нем нету. Да, пока они будут, пока их там будет пару штук, даже тройку, пару-тройку, даже если у него не будет. Даже если у них будет, точнее, уникальный армор, 4 армора, жесткий панцирь этот вот, то тогда они не зика будут решать, но если штук 5-6 станет уже, то вообще фиг с ними. Что сделать? Здесь проход не закрыт, ошибка статуса сейчас очень жесткая. Оверчажи пошли на рампе везде, фениксы прилетают, сейчас 4 оверчажа, лингов очень-очень много падает. Так, статус пытается вернуться, фениксы возвращаются для драки с муталисками. С муталисками драться они смогут очень-очень неплохо, на самом деле. Посмотрите, сколько фениксов много. На фаербулы главное не попадать, но не пытается даже выкидывать фаербулы. И как же плюс 3, 2 секунды не доделалось, плюс 3, это провал на самом деле, вот что Грейт этот не доделался. Но статс идет в жесткий размен сейчас, по лимиту статс уже в плюсе, 5 вот ультралов заказано, 1 с ультралов заказано, если панцирь сделается, то все, пиши пропало, но панцирь даже не заказан сейчас у Иосуну, это хорошо для статса, с рейлджерами расправляется феникс и зилками статс. И там в атаке ломает очень-очень жестко, учитывая, что ультра будет выходить по очереди, ребят, конечно же, сможет все нормально стат сделать. Сразу ультра из Кевин фокуснул, понимает ценность этого грейда. 15 ультралов, 15, это жесть вообще какая-то. Ну, надо по очереди и громить, просто интересный оборот эта игра приобретает сейчас. Так, блинк вперед, со стороны статса линги выходит, кстати, на мейне не... Ой-ой-ой, блин, вот если... А где ультралы-то все делались? Я хз, где они все делались, но их уже 11 штук и 4 строятся. Жесть-то какая. Статс прекрасно их видит. И Асону будет куда-нибудь идти вообще? И Асону пошел вниз, статсу надо спускаться срочно, просто спускаться. Ультру нужно шатать. Здесь Дарк варпится первый. Оверсир есть?
У Версира нету лейера, нет, это хорошо очень сейчас стат с дарками может зарешать. Но в позиции такой, как он сейчас находится с ультралами, будет тяжело драться. Статсик, ё-моё, уходи, надо иллюзию наверх послать что-нибудь. Какой Гвардиан Шилд с ультралами? Ты что творишь-то? Гвардиан Шилд с ультралами врубил, выдает. Ну, ушел наверх, частью сталкеров развалил пару ультралов здесь. Нужно аккуратнее быть, предельно, я бы сказал, аккуратным статом. Так, здесь фениксы, так, зелки и дарки, минусуди, все, сталкеры уходят. Самое главное, знаете, что у статса мейна осталось? Посмотрите, сколько у него газа. Ой-ой-ой-ой. А почему он варпит дарков? Ему бы сейчас надо бы... Так, здесь минус зелки, бедняги. Их затоптали просто. Сейчас бы ему побольше архончиков бы наварпить, было бы вообще замечательно. Но архончиков нету. Нашел пару бесхозных оверов. Вот он варпит, наконец-то, да, статс варпит пси-штормовичков. У него есть шторм, он, то есть часть он оставляет для... Нет, он не оставляет, я подумал, он... Ну, 4 штормовика можно было бы оставить. Почему? Ультралы же ведь не голые будут, они будут слингами, естественно. Но я думаю, что статс уже не упустит, скорее всего, эту игру. У него рабочих больше, у него экономика получше. Тут даже нету лейера сейчас, чтобы у Версира морфануть. Вот в чем прикол. А его нет ни одного у Иосону. Ну, мейн нельзя статус тоже при этом всем отдавать. Забегание лингов идет опять на третью базу. Верчаш надо выставить. Ну, статус сталкер прям. Да-да-да, статус более хладнокровно делает. У Верчаш сейчас выставлять это, ну, я бы выставил бы. Или более пропуск, который нервный, ну, не грамотно, без практики, неграмотно ситуацию оценивает. И, в принципе, сталкеров подблинкнул и не нужен у Верчаша. У Верчаш пригодится уже на выходе, то есть их будет 3 штуки там и более... Спасибо, разумишка тебе. Так, очередное забегание лингов, пилоны падают, все падают. Так, здесь два дарка. Почему здесь две спорки? Бессмысленно рубить две спорки. Если бы она одна была, еще можно было попытаться, да, что-то сделать. Но против двух спорок смысла нету здесь биться. Ну и все, выход пошел. Сколько? Ух, 7 архонов, это хорошо. 18 сталкеров, 4 дарка, 3 роба. Ну так и мортлов можно было подождать. Хотя здесь и без мортлов, я думаю, Стас справится с своим оппонентом. Вот он тем более какой-то переход делает сейчас непонятный. Куда он там пошел-то? Видит Стас ультралов. Королеву поднимает на халяву. Три ема сейчас сюда придут. Шатал еще одну королеву. Можно сейчас идти в бой, конечно, только дарков главное применять нормально. Заходит Стас. Сейчас Асону сверху ультралов подтянет, и нужно наверх разворачиваться бы было бы, но все нормально. Еще плюс 2 архона, 9 будет. 3 ма уже здесь есть. Все, пора разваливать, конечно. Идет вперед. Ну, блин, архон, ультра, мягкая ультра в лотве, это, конечно, такое жалкое зрелище, просто по сравнению с тем, какая она может быть, да? Сейчас сталкер хоть сюда лучше было, блин, кануть бы позицию занять нормальную. Ну, Стас разваливает, это просто было, конечно, пикник просто, я не знаю, для протусов. Они реально, это мягкое мясо, разрезали флам. Ждем вторую игру. Так, лайф там бьет, статься, ждем. А, я сам зайду. Все, отлично, успел статься Асону. Погнали.
Так, ну что-то про ставочки мне не отписали нифига. Не знаю, почему не добавили Лафенко, этот призовой хороший состав, просто замечательный, как бы, без понятия, ребят, в чем там дело. Сегодня насчет вечера пока не знаю, что там будет у нас. А, ну вот есть там DCL Open, конечно, турнир, но там я не знаю, как в игру попасть, вообще без понятия. Поэтому, наверное... Опа, Викли, да? Блин, почему первый StarCraft в 4 утра начинается сейчас, а? Хорошие там матчи, я постримил бы, блин, а он в 4 утра начинается. 4 утра все-таки это перебор. Я вам так скажу. Так что после лайфинга может быть предфирер. Сону не шаришь, что надо добавлять караптеру, смысл сливать только мутки. Зато ты шаришь больше всех. И куда он караптеров бы этих запихнул бы, чтобы они вообще делали бы там? Какие вообще караптеры? Они там нафиг не нужны были. Муткой просто расшатать статься не удалось сильно. Это не так решается выход в мутку, как раньше. Потому что раньше было ресурсов, например, хоть и больше гораздо, да, там муту слил, ну ладно, добыл новых ресурсов, как бы и все. Здесь же мута очень... Такой юнит дорогой получается, во-первых, во-вторых, уровень игры все-таки подрос значительно, да, как бы, с того времени. Привет, Кузьмин, СПБ. Так. Хатку начинает раскачивать. Фердос сегодня 4-3 со Снутом, примерно 100 грамм на радаре, а вчера 0-1 со мной, как бы вот так. Бывает, чё. Да ладно, шучу. На самом деле, просто нужно побольше трениться, стабильнее играть. Сегодня он это его пробрил, как бы. Вот. Что-то там такое. О, хорошая. Блин, вообще крутая фотка. Спасибо тебе. СМчик крутой. Очень крутая фотка СМчика. Спасибо тебе. Вот он. Только там не морской, насколько я вижу. Окрас. Так, передроп лингов, это Асону заходит. Давайте уж по игре немножечко. Адепты что-то тут... Опа, хорошо ушли адепты сейчас из-под лингов. Один в рампе, больше, больше дотекания лингов не наблюдаю. Хотя нет, кучка есть, но они не смогут адепты прогресс, это факт. Тем более Стас не пожалел оверчажа даже на собак на этих. Так, а там два, две каких-то, да? Наши войска атакованы. Ой, 25-й. Это Илюхе понравится особенно. Наши войска. Вижу, окрас тоже какой-то по носу новенький, смотрю. Так, пошли адептосы вперед. Разводит понемножечку статс.
Да, видел, да, Илюх. Фронтовой штурмовик. Он штурмует целый фронт. Вот. Не, братан, есть фронтовой бомбардировщик, а есть штурмовик, то есть непосредственно поле боя, как бы. Самолет. Как армейская авиация. Кстати, сейчас это ВВС, а раньше же, по идее, в Союзе. Или раньше тоже ВВС это было. К армейской только вертолеты. Мне почему-то сейчас показалось, что где-то читал, что к Афгану еще был или когда-то 25-й, они тоже к армейской части относились. Хотя утверждать не буду. Вот. Потому что эксперты есть здесь посерьезнее. Гиты добавляются. Хорошая стенка, здесь проход будет вот такой. Но тут в этот узкий проход вот лезть смысла тоже нет, поэтому интересно даже получается. Можно заманивать этим проходом сюда. Экспертов по узким проходам заманивать и принимать. Вот. Хотя уже сейчас-то и не ВВС, а ВКС даже получается. Призма строится. Проход Стас не закрыл ее и среагирует, нет? Реагирует Стасончик. Красотпел. Ну вот это называется, как надо реагировать. Но нужен еще доварк. Пошел еще доварк трех зилков. Они закроют все там. Здесь выход идет 102. Так. Выход от Стаса очень неплохой от Стаса. Телепортнул Стас домой, пытается здесь призмой поразводить немножечко. Ну, пару рабочих точно подрезал, но вот не надо так призму дэмэджить, теперь ее просто ей нельзя залетать. А сейчас армейская вообще есть? Есть же вроде какую-то хотели. А, ее типа объединили с ВВС, а хотят опять заново вроде сделать, типа. Нет, что-то вот уже помню, что что-то читал такое, но сказать точно я не могу. Так, 12 гейтов устаться. Старгейт на мейне, 4-й Нексус будет. Вот надо учиться делать так, как Стас. Почему? Вот вроде как бы я... Сейчас у меня уровень... Как, ну, понятно, это надо играть просто столько, сколько Стас играет. То есть мой уровень это какой? Вот я вот это построил, что делать? Шторм есть, зилки есть, надо идти ломать. Все, как бы, у меня нет другого здесь. То есть продолжение у меня уже все не отточено. Там в Темпест выйти, Брудов, Люру законтрить. Здесь же вот Стас просто построил микс оперативный и ходит с ним, в общем-то... Развивается, строит базы понемножечку. Так, вот урыв идет лингов. Хорошее количество лингов идет. Оверчажи нужны. Давай, Вилков есть. Один оверчаж выставляется. Вилков что-то стас переварку. 195 лимита уже. Просто лимит вот такой просто тоже он с таким количеством зилков. Рано или поздно он станет не очень. Люра у Эосона есть, приходит стат, веет Люру, нужно уходить. Зилки в это время заходят на четвертую. Кстати, на ровном месте развел. Корея. Стат без команды, между прочим, сейчас там расформировали все. Ведь я не знаю, вот, такого уровня игроки. Ну, посмотрим, что там они придумывают в Корее вообще. Что там КСПА вообще будет делать. Хотя КСПА, она же не только по Старкрафту, она... Кореян и спорт ассоциейшн, в принципе, по разным дисциплинам, да?
Здесь Стас пытается драться, дерется очень даже успешно. Зилков еще больше становится, часть отсюда еще... Погодите, еще Стас привел, видимо, или с призма они, где призма вообще? Призма, ага, варпанул с призмы, сныкал на мэне ее сейчас. То есть как только Ясону отобьется, ломанется вперед, а призма вылетит сюда и просто еще и здесь шухер устроит жесткий. Вот называется игра высочайшего уровня, ребят. Люра копается на ксилнаге. Сталкера даже одного Стас уводит, идет, пытается развести. Ну, без обсервера, кстати, опасно люру в ТУ оставлять. Но Стас понимает, что там три люркера, они ну ничего не сделают. Он просто под блинком их сфокусит и все. А Люра идет блочить четвертую базу. Кстати, это читаемый такой ход. Стас, да, он сюда обсервера и ведет. Сейчас Люра вкопается. Так, призма все еще висит. Куда полетит? На третью, на мейн, интересно. Копалась Люра. Ой, бомбит жестко рабочих. 2,6, 8 пробок, как с куста сейчас просто уничтожило. Один люркер пытается уйти. Хитрый Ясона. Смотрите, он его сныкал, чтобы стилнаги не видно было. А Стас ведь не помнит. Ну, может быть, он и помнит 2 или 3, но нужно идти туда, ловить его, как бы все это время. Прекрасно понимает Стас это все. Вот еще один сныкался. Вот они, блин. Скрытень просто. Заморфил скрытень. Не, я понимаю, что сухопутно относится. Просто сейчас же вроде ее не было, когда-то там было. Так, кто это поставил щит сюда? Я к тому, что есть она вообще или нет. Сейчас дестабилизаторы пошли. Вот дестабилизаторов не умею вообще применять. Опять люркер пришел, все, собери. Там еще третий есть при этом всем. В центре пытается Никсус подгрызть Ясону, но Стас привел сталкеров, Никсус отбил, 3-1 грейды уже. Здесь опять зилки сталкера заходят, но, кстати, люркеров вообще нет, это косяк, хата сразу минус вот это. Выходят брудлинги, Бейлинг один взрывается, второй тоже взрывается, третий взрывается, да можно убить это. А, люркер есть, правильно, Стас не лезет. На люркера нет смысла. А здесь фотоночка есть, либо оверчаш на вот этот пилон выставлять быстрее сейчас Стасу. Здесь еще один люркер вышел. Да не в тему вышел. И Асону не думал, что сейчас Стас прямо поведет метод вперед. Роботиксы все отбил. 195-36. Нет, хладнокровный. Лайна в ПВ уйдет. Надо... Нет, бывало, я думаю, что даже четверть не уйдет, ну как бы. Только старые БВшеры туда ушли, которых там во втором как не очень получалось. Либо те, кто в принципе не перешел, кто второй играл, я думаю, точно либо завершат, либо завьют, либо ну, куда уходить не будут. Так, опять врыв идет, но здесь люркер есть, ребята. Люркер здесь поможет отбить все это, безусловно. Если не этот люр. Хотя здесь зелков столько, что они быстро над люром все сметут и зайдут дальше, скорее всего. Рабочих пошатает немножечко. Так, здесь три роуча друг был. 25-200. Ну здесь статус просто добить надо. Ой, люра на муви пошла. Пишем ГГ, выходим. Такой же, блин, статус просто царь вообще. Ничего не скажешь. Вот Стасон дает. А что же у нас Су против Хира? Хира убил Су. Бьян убил Элайва. Блин, Бьян Хира, дайте, пожалуйста. Как туда попасть вообще? Никак не попасть. Ну, хотя здесь Стас Рьянг будет с другой стороны. Если Рьянг победил, конечно. Но... Играют, походу, они. Так, короче, сейчас посмотрим, что там у нас происходит.
Блин, ну Бьян Хиро я бы глянул бы. Хоть бы полуфиналы по очереди не проводили. Так. Просьба скинуть ссылочку на китайский стрим, ребят. Крендель, ты завязывай такими делами заниматься. Делай сразу. А то потом приходится вписывать отдельно. Ну, спасибо в любом случае. Вот китаец дал, спасибо мне. Два линка дал. Что за два линка? Почему два? 现在人族想防引刀是非常非常困难的。小强，你小起来了。因为人族不能像虫族和神族那样，虫族可以拍地堡来防，不占人口。虫族可以拍地堡来。不占人口。矿区啥也没有，没有防空，怎么办？削死他！ Я аж испугался, ребят. Шамми, хай да шо, а? Че шо, рензу ренко, чё и бай сэнши гэ. Бэ гао дэ хэн дуан лэ, ян чё и мэ гао дэ хэн дуан. Спасибо, инжестер, уже дали мне китайцы. В скайпе, точнее, лайфхем китаец. Смотрите-ка, Циан-то ведёт с Риангом. Чё, а чё Циан вообще, он... как это он вообще так делает, я чё-то не понимаю. Чё-то он последнее время разбушевался, по-моему, нет? Новый фильм «Циан разбушевался». Новая часть. 41, 141 на... Ага, рабочих на 20 больше. Ну, боевой лимит близок, конечно, но... Там Темпест уже шторм. Так, ответили мне с кейбетика по ставочкам. Завтыкали по ходу дела сегодня. Ну, бывает, что делать, ну... Блин, на такие хорошие турики лучше не втыкать. По 4 викинга строятся. Риянг все прекрасно видит, но все решит замес. Вот при таком, вот смотрите, расклад. Экономика протца намного лучше, боевого лимита тоже чуть больше, но чуть больше. По грейдам, в принципе, у тирана получше, у него 3-3 био, да, там у него гасты есть, ник жесткий, но... Если Протс выигрывает один замес, тирану при таком раскладе ГГ. Если тиран нормально бьется и выигрывает, то хорошо. Как Китай попал? На китайский рынок какой-нибудь, там Шанхай, я не знаю, или на каком там они, у них же разные там наречия в разных частях страны. Тут в начале 20 века. В конце 19-го Китай там более-менее единым стал. Точнее, вот как раз в начале, в конце они там 7 провинций были на разных вообще говорили, друг друга не понимали.
Так, 75-200. Стимпач Сарьянг пошел замес. Штормы пошли, ЕМП выкинуть не успевает. Где же ЕМП Рьянг, ё-моё. Вот сейчас выкинул еще ЕМП-шку одну. Викинги кончаются, у меня такое ощущение складывается. Но 3-3 юниты био решает. Но архоны сейчас доморфятся, колоссов успел Циан отвести. Катастрофа. Циан убивает Рьянга, вот это да, блин. Так, оставлю одного товарища. Точнее, уберу все, потом ссылка в скайпе есть, все нормально, сохранилась ссылка. Сан-то победил. То есть сейчас стат Сан будет, я не помню. Стат Сан будет и... Я Асону против Рьянга будет. Я по Асону Рьянгу даже посмотрел бы лучше. Вот, потому что... Я Бьянхира, конечно, больше посмотрел. Что будем пытаться Бьяна Хира найти сейчас мы, но если не найду. Я просто не знаю, какой у них счет. Так, кого там они ожидают? Вот, ну давайте Асону против Рьянга посмотрим. Бьян там с Хирой играет, походу уж туда не ворваться. Вот. Бьяна в друзья добавить или Хира? Сколько людей на китайско-корейском стриме смотрят? Ну, наверное, порядочно. Ганимед, я уже давно переехал с кухни в комнату. Ну что, я Асону Рьянг, давайте посмотрим сейчас в ТВЗ. Я очень хотел Бьян против Хира посмотреть, но сидеть втыкать монитор тоже не очень охота. Почему? Потому что, ну, все-таки там непонятно, сколько игр они отыграли. Может, они уже все сыграют там. В общем-то, сейчас Бьян с Хира доиграет. Кто-то из них победит, естественно. И тогда я пойду, видимо, в Виннерс-финал, где будет играть Статс победитель. Статс, я уже Статса над Цианом победителем поставил. Либо Циан, либо Статс, потому что Циан-то что-то, смотрю, корейчиков валит неплохо, да? Вот. Если Бьян победит Хира, это будет ТВП, будет круто, безусловно, да, как бы. Но не знаю, кто там победит, без понятия, короче, ребят. В общем, ждем, ждем. Стат с Цианом начали играть сейчас.
Так, Beyond Invited. Так, сейчас я напишу. Бьянус Хиро успел. Просто царь вообще. Отлично. Не могу ему отписать. Так, все. Короче, Хиро 1-0 ведет, Бьян Хиро, ребят. Я просто, ну, мечусь туда-сюда, короче, всем пишу. Я думаю, что никто не обижается. Просто тут... Почему они вот, блин, я всегда... Ну, тогда весь день пойдет, правда, у них часовой поезд, а другой у них поздно уже, наверное. Там ведь время там, ну... Ну да, там 20 КСТ, если это 14:00. Здесь 14 начинается, по-ихнему в 20 часов, то есть они за 12 играют. Понятное дело, если все по очереди играть, они там до 4 часов ночи будут геймить. Вот это, естественно, не вариант. Вот. Но тут столько крутых игр на Лайфенге, что хочется посмотреть побольше все-таки, да? Там и Ясуно Рьянг, и Бьян Хиро одновременно, и что только не проходят. Это пекинский диалект. Улучшение завершено. Так, ребят, помните, брат, уж поддерживать надо меня и мой канал. Вот. Кстати, почему я FP до сих пор у меня написано? Так. Блин, что-то вы ему и мне не сказали, я забыл переименовать стрим. Завершена. Сейчас только переименовываю. Так, Twitch переименовал, извините, на Твиче вообще. Так, говорят, Варди в Бразилии, поэтому стрима нету. Ну что, прилетают две минки. Одна сделала залп. Что она вообще убила? Одну пробочку убила, судя по всему. По адепту залп пошел. Адепт вместе с пробкой забирает сейчас Бьян. Здесь пробивает мариками камни. У Хиро строится первый обсервер только. Минку можно не терять. Посмотрите, здесь как гейты расположены. Можно просто вот... Вот видит все Бьян. Можно даже не сюда, вот сюда пуш, например, начать и... Прикиньте, вот сюда танк подвести мариков и выбить вот это все на одном пилоне. Было бы очень-очень круто. Прилетает первый либератор, строится танчик, здесь марики строятся, все идет вперед сейчас. На всякий случай строится инженерка, здесь туреточка будет, минеральной линии заказана. Ну и либератором блочит все здесь, уже начинает блочить Бьян. Камни пробриваются, медивак вычнет КСМ-ка, она здесь есть. Ой, либератора сейчас отдадим. Что ты делаешь, Бьян? Ё-моё, либератора на ровном месте потерял. Ну нафиг это надо было делать?
Это значительно ослабит его микс в данный момент, но не настолько, чтобы прямо разваливаться здесь. Так, аккуратнее надо быть Бьяну. Может быть, бункер вообще здесь запилить. Вот, знаете, был бы либератор, у Кира никакой бы возможности сюда выходить не было. Просто никакой, я реально вам говорю. Попытка фокуснуть медивак. Медивак все-таки фокуснул, танк все-таки фокуснул, но марики тут пытаются поломать. Марики ломают очень и очень неплохо. Либератором дальше надо разложиться. Бункер придется отменить Бьяну, но заказан новый. Сейчас выходит. Так, танчик еще один готов. Танк нужно разложить. Нужно бы просканить. Тут есть реса. Да, есть реса на скан. Двух обсерверов прям Бьян сбивает за один скан. Молодец. Хорошо, здесь бомбануло. Медивак строится, еще один танчик строится. 44-50. Несмотря на все ошибки, в принципе, еще можно успешно достаточно пушить, да, Бьяну здесь. Так, а как Хиро хочет? А, Хиро хочет прямо вот так вот на лом пойти. Идет на лом, либератора выбивает. Танчика что-то забирает. Ой, как бомбит сейчас Бьян. Имморфл жесткий, я вам скажу. Только мариков не надо так далеко заводить туда. Вперед, куда ж ты пошел-то, Бьян? Так, сталкер подфокусил. Еще один танк приходит, этого нужно вычинить. Можно сесть бункер мариками, бункер рейндж увеличит, на самом деле, здесь очень-очень неплохо. 40 на 51, кажется, по чуть-чуть Бьян все-таки берет свое. Ошибки отдал медивак, сейчас неприятно. Либераторам нужно срочно подсветить, иначе печаль будет. Марики садятся в бункерец. Халявщик Хиро. Ну, Хиро внимателен, очень внимателен. Он такие моменты не пропускает вообще. Выходит Хиро в попытке отбиться в очередной. Либератор падает, танчик один падает. Пытается Хиро второй танк забрать, забирать. Ну, мариками Бьян тут сталкеров наказывает. Все, сталкеров вообще не осталось. Ну, верчаж будет на пилончик выставлен, конечно же. Нужно сваливать. Куда ты лезешь, Бьян? Ты что творишь? Марики отдаются здесь. А где факта-то уже? А, факта домолит здесь тимпак. Зря я переживаю, ребят. Бьян уже съехал с этого пуша, получается, здесь даже. Старпорт домой летит, как и медивак сейчас. Факта залетит на мейн, попробует минку запилить. То есть Бьян вышел в экономику сейчас и в нормальную, во вторую базу, во вторую ЦЦшку. И значит, что он, в принципе, в очень жестком плюсе здесь остается. Решил не вкладываться в этот пуш целиком и полностью, потому что экономика опережала тот продакшн, который здесь находился. Факта Старпорт. Ресурсов добывалось больше, чем тратилось там. Плюс на этих мариков добавил сэшку, добавил два барака. Но единственное, что... Да, вот под Старпорт бы реактор бы какой-нибудь сразу, сейчас по два бы медивака, чтоб строилось, вообще бы было бы замечательно бы. Пошел реактор. Здесь выход идет. Стимпак. 2 секунды. Готов стимпак. Вот, уже марики с наркотой здесь. Ну что, можно зайти сейчас, если резко на стиме ворваться, можно сбить яйцо, это летучая мазеркор, и тай уверчажа не будет. Что Бьян, собственно, и делает. Уверчажа не будет, ГГ, пишет Кира. Ждем третью игру. Хорошие матчи. Инвайта от Бьяна. Отлично, Бьяна инвайтит. Желаю обоим удачи. Так, звук рубля. Счет проставил. Карта Храм во льдах у нас, ребят. Хиро... Опа.
Куда поехала пробочка? Это... Нет, это не прокси пилон, это просто очень-очень ранняя разведка со стороны Хира. Он хочет знать, что же делает Бьян. Вдруг здесь прокси Рипер, вдруг здесь прокси Бараки, или может быть... Да я не знаю, что может быть. Чтобы ТЦ-шечку первую увидеть, газ первый. То есть, чтобы знать заранее, такая разведка, она что дает? Ты вообще знаешь билд, вообще сразу, как только тиран начинает его исполнять, ты полностью его знаешь, как бы. И ты сразу же построечку делаешь. Вот гейт пошел у Хира, сейчас газ будет запилен. Как вы видите. Ну, тут разменивает поля Хира, в общем-то, на ХП. Ну, блин, не надо поворачивать много раз. Нужно ехать прямо в линию строго. И тогда поля успевать начнут регениться. Хира же очень много петлял пробкой. Успела КСМ капельнуть. На 20 было отрегенить просто спокойно, и все. Очередной марик заказан. Ну что, я лично немножечко здесь, мне хоть Хира всегда нравился как человек, вот когда про лигу, там GSL и смотрел, потому что он веселый такой, улыбчивый паренек на самом деле. И, ну, по-любому прикольный, да, как бы. Вот, и по уровню игры очень крут он. Вот. Но, блин, всегда я его блинкером считал. Он такой сверхагрессивный, но вот это так... Агрессивный стиль. На самом деле, я сам вот в первый StarCraft так играл, во второй наоборот стал пассивно играть в основном. Агрессивный стиль, он контрит, в принципе, с причетком исполнения любых всяких джойстиков, всякие вот это прокси, хира, там, чески. То есть те пропсы, которые не могли в какой-то момент некоторых тиранов выигрывать, там, или какие-то расы, хира их выигрывал стабильно, да. Вот. Но с другой стороны, как-то не всегда ему удавалось достичь стабильности, и не всегда Хира тащил. Вот бывали периоды, когда он, ну, реально плохо как бы выступал, особенно в начале лот вот такой момент был. Только потом он стабилизировался немножечко. Вот, а теперь и без команды еще будет, между прочим, лидер CJ абсолютный. Адептик, сталкер у Хира, Твайлайт. Что, Твайлайт первый, до роба. До роба Твайлайт, это важно. Хира, вот смотрите, Хира, значит, думает просто головой. Почему? Потому что на этой карте стабильно играется факта и стабильно играется пуши с танками второй базы. Одна базовая, двухбазовая, либо передроп минок там какой-нибудь. Но с блинком передропы эти тоже контрить проще, потому что роба, она точно успеет построиться, обсервер там успеет построиться. Прилетает Хира, спалил старпорт. Ну, только старпорт он спалил сейчас, видите? Ну, если есть старпорт, значит и факта есть, естественно, потому что старпорт до фактори нельзя построить, до факторки. Вот. Миночка копается в минеральную линию, блинк заказан. Все это блинк как раз построенный для того, чтобы контрить вот эти приходы все тирановские. Хира понимает, что, ну, может быть какой-то здесь пуш с танчиком, но, кстати говоря, здесь 7 мариков летит. Есть чем отбивать вообще? Адепт и сталкер. Все, потери по нулям. А чем 7 мариков-то отбивать, я что-то не понимаю. Это Бьян хитрый, посмотрите. Найдет местечко, где не видно. В любом случае. Прилетает под пилон. Верчаш выставляется. Реакция у Бьяна просто великолепная. Смотрите, даже ни одного марика не потерял. Развел на Верчаш и улетел спокойно. Здесь уже 4 сталкера адепт. Дальше вот этими 7 мариками ничего не сделать будет. Хотя вот здесь мертв... Ну, хотя не, уже тут сталкеры пришли. Но Бьян, смотрите, что он. Во-первых, сейчас третий некс сможет отменить легко, который только-только заказан. Во-вторых, с лоу-граунда можно вот отсюда вот этот пилон убить, например, будет. И Бьян ведь прекрасно видел, где этот пилон находится. Он это и пытается именно сделать сейчас. Главное не дать медивак зафокусить на Хира. Но Хира грамотно с двух сторон зашел. Все, минус медивак.
Блин, ну вот Хира, в этом плане Хира, конечно, четкий. Вот если бы еще сталкера этого назад бы отвел сюда, было бы вообще замечательно. В это время пытался дропнуть минки Бьян. Ё-моё, 16 пробок минус, я пропустил. Все, ребята, как это вообще прилетело? Куда вот здесь жахнула карта, было создано, где не показываются потери рабочим? Вот он, медивак этот, летит, блин. А я все пропустил, извиняюсь. Я слоупок, блин. Это был мой косяк, естественно. Здесь адептик пришли, адептик уничтожен. 50-70, кажется, это бья на победу уже. Что здесь Хира может сделать? Ну, с блинком попытаться здесь что-то надо делать, наверное, Хира. Вот он приходит, пытается бункер пробить. Ну, бункер-то вычинить надо, блин. Бьян, ты что творишь-то? Приходит либератор, бункер не вычинен. Ну, что за ошибки такие, не знаю. Чуть новый ставить, что ли? Да, приходится новый ставить. Ну, тут уже достаточно лимита абсолютно, чтобы отбить всю любую агрессию со стороны Хира. Хотя сталкеров сколько? 12 штук, это много достаточно таки. Но, ага, еще и вот какое здание здесь ключевое достраивается. То есть можно сейчас тарками пытаться что-то делать. Под блин, под либератора. Либератор падает сейчас. Туреток 0 ровно штуку у Бьяна. Скан тратит на обсервера в итоге. А вот одна туреточка готова. Здесь 43 энергии. Ну что, Хира надо варпить 2 дарка. Вот он варпит дарков. Туретки на майне нет. Это косяк, безусловно. Стимпака пока нет. Марики быстро там призму сфокусить не смогут. Подбежать. Но сейчас главное, чтобы Бьян 50 этой энергии оставлял. Потому что если он дарков вот этот первый урыв сейчас может принять, у него все будет нормально. Залетают дарки. Бьян видит прекрасно дарков. Призму видит. Нужно сканить сейчас. Ой-ой-ой, как хорошо засканил. Танки здесь фокусили дарка. 2 ушло. Но минус депошечка. Сейчас будет туретка. Сразу минеральная линия строится. Что по энергии? Здесь 40-10 энергии остается. Надо призму пытаться отогнать. Призму. Так, надо законтролить танк. Очень четко Бьян танки поднимается. Цечку пытается. Так, здесь КСМ-ка убивается с туретки. Где скан? Скан пошел. Туреточку достроить сейчас. Хира пытается уйти из рейнджа скана. Нет, дружок, не ушел. Как-то криво вконтролил здесь. Сталкерами пытается в лоб прийти, подбрить. Танчики дропаются 1-2. Одного сфокусил, второго законтролил Бьян. Ну, хороший, красавский контроль со стороны Бьяна просто идет. Еще и бункер сталкеров наразваливал. Конечно же, Хира улынет в итоге. Вот. Ну, Хира отстроил рабочих на второй базе, то есть более-менее адекватно стало. Но это все равно улын. Здесь Бьян с ХГ. Блин, 3 сталкера Хира снизу теряет. Здесь агрессивно опять под блинк пошел. Ну, Хира все правильно делает. То есть, ну, очевидно, да, что многие просто сядут и сидят, когда в таком начале провал. Конечно, дропнулись минки, и 16 пробок погибло просто. Вот эта хренька произошла просто. Вот, тогда ничего не сделаешь уже в макро против такого уровня тирана. Вот, ну, а многие сидят. Хира все правильно делает, ему нужно какой-то дэмэдж нанести. Но Бьян настолько четко обороняется, что дэмэдж никакой не получается нанести. Здесь депошечку отменил, заказал. Идет вперед в итоге Бьян. Здесь призма будет дропаться, но туречка есть. Третья ЦС-щика есть, бараки добавляются. И я думаю, что третий Нексус Бьян здесь в легкую отменит. Посмотрите на лимиты и на боевые. Да и по рабочим Хира остается еще. Нексус минус, щиты. Не, щиты еще не скоро будут готовы. Ну тут надо ли Бьяну дальше лезть? Вот здесь такое уже неплохой стек юнитов находится. Бьяновский. Может быть и не надо Хира ломиться. Так, адепт прямо телепортируется. Танчик подбревает Хира Бьяну. Филды неплохие, но что-то Хира с перебором. Всю энергию потратил. Посмотрите, у Сентре энергии просто не осталось ни у одной вообще. Пытается Хира контратаковать. Понимаю, здесь особо ловить нечем. Отблинкивается. Хира отблинкнулся, а Бьян простимпачился. Пытался на входе в кусты подловить. Ну, посмотрите, какой здесь прирост идет просто. Грейды 1-1 у Бьяна будет через несколько секунд. Это жесть просто. Это 2-1 Бьян. И Бьян будет биться с победителем статуса Циана. Это тоже будет ТВП. Туда-то мы и ворвемся на самом деле. Конечно же, это фламешка называется. Хотя с глефами адепты нормально тут Мариков поуничтожали. Просто Бьян даже не особо не заморачивался на то, чтобы Мариков с мародерами местами баня.
местами менять. Короче. А статс там что? Статс еще все бьется, наверное, да? Так, давайте-ка китайцев пилю сейчас. Тут Риянг идет у одного китайца, у второго. Отца она-то кто-нибудь стримит вообще? Да, отлично. Статс ведет 1-0. Давайте посмотрим вторую игру. Сейчас мы просто... Так, а что они показывают со стороны Циана только, я не понимаю. Ребят, сейчас на секунду отойду, водички попить хочу я.这边好像探机说lag，他可能要调一下网络啊。他暂停多久了？啊，让探机调试一下网络吧。 Да что такое-то, блин? Ping, 这个有点高了，我们来看看我们有多少ping。我们100ping。啊，我们这个延迟就很小，关掉。 Что-то я не понял. А почему Steam Liquid убрали Life and Cup? Очень странно. Так, ведь я обновлю, что-то у меня не разворачивается стрим тупо. Странно, блин. Взяли, убрали почему-то. У меня на Твиче аж целых 250 человек сейчас смотрят. Это рекорд, наверное. Юкс48 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: всем хай. Старкрафт, не умирай. Хрена себе, ты рифмоплет просто, братан.
Так, сейчас погодите, ребят, кое-что возьму. Так, сейчас я в игру смогу попасть, ребят. Клик, мне не надо сетка, меня просто почему-то убрали из турниров. На Team Liquid я не понимаю, почему, как бы. Хотя там я единственный, кто стримил, может, потому что я чисто на русском стримил, а английского типа стрима нет, я не знаю, как бы, но это было нечестно. Так как люди-то, буржуйчики, не знают, что именно за турнир я стримлю. Ну, шоколадочку пока скушаю, да, докушаю, точнее. И ждутся напротив статься. Ой-ой-ой-ой. Вот они. Юкс48 активировал премиум на ваш канал. Так, ребят, все, шоколадочку скушал. И не юдай. Очнись, Baby Magic, другой турнир стримит, не тупи. Все в порядке, просто лайфхенд, в принципе, почему-то убрали, не знаю почему. Короче. Статс красный. Сан вот этот какой цвет, я даже не знаю. Непонятный какой-то цвет. Голубенький такой. Цанчик, но не совсем голубенький. Бирюзовый типа, что ли. К29 СПХ. Да там вчера я пару человек забанил. Которые флудили. Все нормально.
Так, ну тут адептами стац пытается разводить оппонент своего. Сталкеров уже 4 штуки. Естественно, сюда стац не будет телепортироваться. Некс у него тоже строится. Смотрите, что делается. Опа. Это вообще неожиданный расклад. А вот это фиговый для стата, для статса расклад. Привет, Акирыч. Вот. Потерять мазеркор. Ну, оверчарж слишком много дэмэджа наносит. И там последний выстрел, если там хоть одно хп осталось, он бы на одном хп телепортнулся. Но с удара, в общем-то. Погиб он. Так, здесь робот 2 гейта. Нужно пилом. Кстати, вот здесь сейчас стас пилом впилит. Все, нужно вот прямо сейчас 18 секунд пилон строится. Юкс 48 поддержал ваш канал на сумму 51 рубль и сообщает. Приятного. Спасибо, Юкс 48. Почему здесь? Вот здесь, если поставить, может прямо сюда варпать бы было. Ну, стас решил понадежнее просто делать здесь, видимо. Вот. Бирюзовый. Ну, значит, бирюзовый. Я с бирюзовым не особо шарю. Два дарка варпятся, вы видите, ребят. Ну, телепортни ты меня к даркам. Вот же они варп. Почему сейчас не телепортируются? Здесь телепортируются, а к даркам нет почему-то. Они... И не только с дарками так происходит. Ой, обсервер слишком вовремя. Обсервер выходит у Циана и... Пытается дарк уйти раз, пытается дарк уйти два, никуда не денется уже. Кадиночка активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Клик, спасибо, Юг 48, тебе еще раз. Вот, спасибо всем, ребятки. Поддерживайте меня и мой канал, это очень сильно решает, очень мотивирует на новые стримы. А в ноябре их будет в любом случае, да, хрена, потому что этот конкурс чертов будет. Не знаю, хорошо это или плохо конкурс. Ну, посмотрим, посмотрим. Я понял, бирюзовый. Но не морской волны, точно, что тут поярче. Два адептика подходит. В это время на мейне призма летает. Что-то стац на дэм, может, тут рабу. Пять пробок забрал, это, в принципе, неплохо. 43-37 по рабам. Но посмотрите, у Циана какой лимит боевой. 33-11. У него 9 сталкеров, 2 сентри призмы, здесь 2 сталкера дарк. Все, больше нет ничего. Причем стац пытается выйти в дестабилизаторов. А дестабилизаторы против блинка не очень-то и работают. Поддержка канала громко. Ну, учитывая, что... Так, сейчас подождите. Я здесь. Короче, сделал микшер браузера потише. Сейчас потише должно быть. Но это из игры стрим, поэтому можно делать. На рестриме бывает не убавить. Здесь блин контроль идет, пытается Циан выбить статсу газ и выбивает почти что. Плюс 3 пилона пошло. Ну статса вообще-то по... у него пилонов с запасом, у него дестабилизатор строится. У Санечка отступает сейчас почему-то. У него ой, саплай блок неприятный у него. В итоге пришел, он реально ничего не сделал. Казалось, идет, да, таким преимуществом по лимиту, но в итоге зашел и ничего не сделал. Тудминг панк. Ну, Тудминг, наверное, фаворит. Ну, панк удивляет в последнее время. Неплохо отыгрывает. Причем агрессивный зерк. Панк может Тудминга выиграть. Не знаю. Там 50 на 50. Нужно смотреть, на кого коэффициент лучше, на того, наверное, и пилить.
Я так думаю. Ну, не всегда так проходит, как я думаю. Ну что, 10 дестабилизаторы вовсю уже. Гейтов 6 штук у статса строится второй робот. Дестабилизатора будет реально много. Скоро, очень-очень-очень скоро. Цвет сан, такой цвет. Неплохо. Ну, Нексус придется отменить. Но жахнуло неплохо сейчас статсовский выстрел вот этот. По Эмортлу по еще одному попадает у нас. Да. Агрессивная блинк с арестацией, Морклов зафокусил. Ну как-то Циана-то побольше, причем у Циана есть плюс один, в отличие от статса. И статс разваливается, ему бы отступить бы сейчас назад, а он принимает бой на лоу-граунде, зачем? Пытается переконтролить, призма у Циана сзади есть, все в порядке. А сервера статс сбивает Санчик. Агрессивный блинк вперед пошел. Отходит статс назад. 72-78. У Циана есть третий Нексус, здесь один единственный дарк, его напрягает, нужно обсервер туда привести. Циан пытается вступить, Нексуса-то здесь нету, но зато есть много ресурсов и больше рабочих, и плюс один тоже доделываются, а Циан сам пытается в дестабилизаторах выйти, насколько я вижу. Так, МС Креч, все хорошо. Погодка солнечная сегодня неплохая. Поэтому вечером, может, даже стрима не будет, не знаю. Думаю, что надо прокатиться на велике вечером немножечко сегодня. Прогуляться. Так. Тан пытается прессовать статься здесь в очередной раз. У Цана не дел... Смотрите, вот. Намного, намного Циан раньше сделал плюс один, чем статс, а плюс два вообще не делает. Что самое интересное. Еще пилон Циан подбрил. Надо разводить на дестабилизаторов выстрелы Циану, статса пытаться. Пока больше сталкеров-то можно делать, то есть надо просто уходить и все как бы. Статс будет пытаться подблинкнуться, видимо, вперед. Циана догнать как бы. Четвертый Нексус пошел. Плюс два у статса готово, а теперь уже Циану плохо будет. По грейдам преимущество оппонента, еще и дестабилизаторов там больше. Сколько статс обсерверов уже Циану сбил? Четыре штуки, смотрите. Четыре просто статс сбил обсервера. Потери не в пользу Циана. Ну, в общем-то, сейчас начинается позиционная война такая. Статс плюс 3 заказывает. По 2 Immortal строит сейчас. Циан плюс 2 делает дестабилизаторов больше. Здесь нужен оракул. Здесь в таких миксах крайне важны ревелейшены.
Вот статс достроил Оракула, смотрите, и все, он получает преимущество Вижена. А оппонента Вижена нет, он, между прочим. Ну, статс пока не пытается воспользоваться преимуществом. Почему? Потому что у Цана... Опа! Вот тебе и ревелейшн, смотрите. Минус 3 дестабилизатора, как с куста, минус еще 2. Остается всего один. Так что, ребят, играете дестабилизаторов, делайте оракулов, делайте ревелейшн. Увидите, как сейчас реализовывается это. Здесь Нексус на центре, у статса заработал на 10 пробок, у него больше сейчас, вы видите. Еще один ревелейшн пошел. А что Цанта собирается вообще Старгейт строить? Мне не собирается. Обязательно Старгейт добавлять на этой стадии. Вот это и в этом я все чаще и чаще убеждаюсь. Статс камни пробивает. Фаже плюс 3 доделаются. Надо бы, наверное, армур заказывать сейчас сразу. Стабилизаторами носнул статс еще одного. Ну, а тут надо позицию занять и выдавливать этот Нексус, просто стараться. Сан идет на ХГ сейчас. Тремя под блинку со сталкерами мог бы отдать, на самом деле. Статс отступает назад. Видит, что оппонент подходит. Надо... Вот тут как нагло вообще действует. Сан созвучен стаган. Ну да, действительно, есть такое дело. Чашу статса есть или нет? Блин, у статса... Погодите. Чаш есть. А, у статса нету этих глефов резонирующих. Вот, у него ничего нету сейчас. Теперь чаш пошел, цан заходит. У статса микс в разы просто лучше здесь. У него вообще уже юнитов миллион всяких интересных здесь присутствует. Так, дестабилизаторами стат стреляет. Цан тоже в ответ стреляет. Ну, цан ста... Понимаете, вот в чем минус этого микса? То вот здесь сталкеры дестабилизатора есть. Если ты атакуешь, ты патроны вперед пуляешь, сам отблинкиваешься при необходимости. Это же микс одного оклика просто. То есть им нужно зажать оппонента, заставить его драться, чтобы он отступать тупо не мог. И как бы идти вперед, все. Так, статс наламывается. Вот, вот этот оклик пошел сейчас на Циана. Статс идет вперед с имморталами. Вот был бы это нип, было бы у него дестабилизаторов 10, наверное. Он бы статса вообще был разложил, я думаю, план бы просто. Потому что так нагло идти вперед, но это перебор. Хотя здесь есть призма, да, варпы с нее идут, но я думаю, стат здесь справляется с задачей со своей, потому что дестабилизаторов не так уж много. Стат минусует, сам тоже попадает на дестабилизаторов выстрелы, но понимаете, в чем дело. Ой, какой взрыв жесткий был. Здесь нечем дарков законтрить, здесь нечем имморталов законтрить, здесь голые сталкеры. А голые сталкеры и дестабилизаторы должны вопросы в центре решать. Все. Другого варианта нету здесь. Так, сейчас приду, ребят.
Шоколадку съел, руки липкие. Помыть захотел, ненавижу, руки липкие, блин. Мышка сейчас тоже надо протереть маленько. От сладкого это очень сказывается жестко. Потом сидишь, как бы, не очень это. Можно, конечно, забить, но тогда девайсы вообще жестко. Будешь засирать. Так, все, отлично, все сделал. О, как сразу рука держит хорошо мышку. Так, Ryang Hero, я в Beyond Stats пойду, ребятки. Вот, а Ryang Hero это где будет? А, Ryang Hero в лузерах уже. Ну, на китайском стриме есть Ryang Hero, я Beyond против статса буду смотреть, ребят. Ждем, пока они карты почеркают. Кабриус поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: «Столько тебя смотрю и ни разу не заданил. Лови сотен, что ли? Чалику на косточку хотя бы». Спасибо, Корбриус, тебе.
Ну что, Бьян против Статса у нас, поехали. Так, ребят, все, ладно, не отвлекаюсь. Финал, да, сегодня будет. Конечно, Лайфенг, он всегда с финалами идет. Причем два Бутри там в финале может быть. Потому что если победитель верхней сетки берет первое Бутри, то все. А если из нижней сетки берет одно Бутри человек, то тогда продолжение следует. Ну что же, Бьян против Стасона у нас бьется. Обратите внимание сейчас. Ребят, за поддержку всем громадное спасибо. Помните, что решает она и мотивирует, да, естественно, поддерживать канал. Подблоки премиума, реквизиты в сане через плеер. В ноябре там вообще битва за рубу будет жесткая. Как-то так. Твайлайт тут рядом с ней все стоит. Твайлайт 2 гита добавляется. Здесь роботик стоит. Так, пилончик у Статса. Второй базы обсервер сейчас будет готов. Блинк заказан. Здесь передроп миночки будет от Бьяна. Ни бункера, ничего нет. Ну, пока, в общем-то, надежно так достаточно старается играть. Прилетел реперок. Не получилось пробочку забрать у него. Статс отконтролил четко. В итоге потеря у Бьяна рипер. Все. Больше потерь нет. Но сейчас посмотрим, как этот первый дроп зайдет еще с минкой. Так, дропчик от Бьяна проходит. Минкой можно сейчас здесь окопаться и не дать юнитам подойти статсовским, например. Дальше, что Бьян сейчас и делает. Заходит сталкера, сразу бабах минус сталкер. Правда, с флешем не достало до второго. Минку Бьян выбивает. Адепт заходит, бьется против мариков в одно лицо, где сталкеры. Сталкеры запоздали. В итоге три пробки потеряны. Сталкерами пытается Бьян отфокусить медивак. Ну, не так-то просто это оказалось сделать. И в итоге... Бьян жесткий, а? Смотрите, сколько дэмэджа нанес одним медиваком, а? Сразу потеря не в пользу Статса становится. Здесь еще либератор прилетает, плюс минка. Уверчаш выставлен. Да не туда, в общем-то, надо сталкеров подводить еще раз. Короче, печаль полная. Минку выбивает Статс. Нужно заходить сейчас под либератора просто и пытаться подраться нормально. Ну, неплохо Статс законтролил. Одного сталкера только потерял. 58-67 по лимиту. Но буквально два дропа, и тиран уже в плюсе по экономике, смотрите. Да, не сильно, но проц без третьего нексуса с таким тираном вообще, честно говоря, не очень хорошо себя чувствует. То есть надо пытаться либо подпушить самому сейчас Статсу, либо в третий нексус уходить. Я вижу Робо Бейт, что это колоссы, наверное, будут. Не, навряд ли дестабилизаторы это будут. По лимиту что-то вообще Бьяна дофига очень лимита, сейчас смотрю. Так, приходят сталкеры.
пару мариков подрезал стасом сейчас. Отошел назад. Хотел было статс наверх запрыгнуть, но обсерю разбил ему бьян. Ну, на самом деле, там столько мариков, что, я думаю, не стоило даже статсу наверх запрыгивать особо. Уходит сталкерами, надо смещаться, уходить, да, отсюда. Ну, бьян, блин, прилетает, и статс нифига не видит. В итоге красненького сталкера забирает. Бьян санитар Фроста, санитар Мороза. Карты просто демодженных юнитов статсу забирает. Ну, статс должен быть ему, казалось бы, благодарен. Но ведь это не лес, это юниты его. И даже красный сталкер может биться неплохо. Вот. Санитар Бьян. Кем он только не был. Командир, капитан просто. GSL-ские погоны, но сегодня санитар, короче. Выносит больных. И уносит. Так, пошел выход, видит статс в каком направлении, хочет в тыл зайти сейчас. Минус мародер. Идет на вторую базу к Бьяну. Ну что же, надо проходить сейчас, видит, что Бьян возвращается прекрасно. Депошечку выбил и ушел. А в сервер сзади за Бьяном летает, сталкеры мимо тут проходят, Марика покуснул. Здесь опс, Бьян подрезает об сервера. Надо статсу заходить сейчас, сюда пытаться. Заблинкнулся, а здесь мародеры мариков уже миллиард тысяч вообще. Ну, не миллиард, конечно, тысяч, но много реально. Уходит. Бьян, точнее, статс пытается уйти, но фугасы не отпускают, не отпускает Бьян. Бьян статса с фугасами не отпускает. 122 на 96. Невероятно четкий тайминг. Пуш идет очень-очень жесткий. Щиты как раз при подходе доделались. Потирает Бьянчик уже ручки, как я сейчас, предвкушает победу. И да, здесь статсу крайне сложно будет отбиться. Только сейчас раньше колоссом додел. С третий Никс придется 100% отдать. А здесь уже сэшка третья. Это не просто поджим, это еще и третий сэшки поджим, как вы видите. Статс пытается пойти вперед. Пытается Никс отбить, понимает, что без Никса будет здесь очень тяжко ему сражаться далее. Так, здесь пару сталкеров из похода вернулись, всего пару, а где там 4 было же вроде. Отблинкнуться наверх надо, отблинкнуться наверх статс. Что-то газа ему не хватает очень сильно сейчас, не строятся сталкеры, надо зелку хоть выпануть. А у Бьяна 150 уже скопилось, ну ё-моё. Ну, правда, разделен лимит здесь пополам, вы видите. Так, Минку статс подрезал. Надо заходить опять с другой стороны на Бьяна. Сталкеры в центр пошли законтролить, поискать что-то. Пытается Бьян идти на второй базу. Здесь колоссы с оверчажами ждут. Только сталкеров заметил, наверное, думал, что статс 7 ушел. Нет, статс не в 7 ушел сейчас. Здесь есть призма, адептам можно на третью ворваться. Ну, плюс один нет, поэтому рабочие не будут эффективно уничтожаться адептами. Нужно больше, чем один адепт, значит. Ну вот один пришел, спугнул рабов. Можно было жестче сделать, тремя автомат. Ой, и колосс ходит на муви сейчас. Хищник Бьяна, а чертов. Не дал колоссу уйти. Вроде статс заметил, сконтролил, но Бьян его просто привез танками и добил сейчас. Насколько четок чертяга, не перехвалить бы Бьяна, да, здесь. Ну а что, перехвалю, так перехвалю. Здесь прессинг идет, КСМ их здесь прессует. А нет, вот КСМ их на мэне, статс прессует призмой. Но викингов очень-очень много. Все, минус призма, харас окончен. И даже эту группу до сих пор статс выбить не может. Посмотрите на его армию ущербную. 172, 126, 113, 71 боевой. Если статс сейчас эту группу не выйдет, этап подойдет, это вообще печаль полная будет. Все, идет статс вперед, понимаешь, здесь выбивать надо Бьяна, выбивает Бьяна. Ну, тут передроп чертов на мейн пошел. Так, дропается статс. Бьянчик заводит сталкеров сюда. Колоссы где-то сзади, ток-ток подходит сейчас. В это время Бьян там на третью выход делает. Сталкер просто немерено погибает сейчас. Это очень неприятно. А с третьей что делать? С третьей тут он уже, викинги рядом летают. Сюда с даварпом вроде как статс отбил. 59-86 по лимиту. Нужно стягивать все сюда.
Здесь, конечно, танков нет, но есть викинги, которых вообще тяжело будет пробрить чем-либо. Грейды 1-1 в 1, грейды, казалось бы, одинаковые, но для протоса это не очень хорошо. Для протоса, у протоса должно быть 3 единички, 1-1-1 вместе с полями, вот, вместе с шилдами. Вот, тогда будет одинаковое. Так что у Бьяна и по грейдам все очень хорошо. Правда, на викингов нет, это вот нивелируется. В принципе, здесь же микс получается с викингами, а здесь микс с другими юнитами. Так, Стас отбивает. Куда колосса-то делись? Сталкеры отдаются до того, как... Короче, Бьян развел клан, сталкеры сверху, колоссы уничтожаются. Просто аннигилируют Бьян Стаса сейчас. Вот оно, поле боя, что из себя представляет. Био просто разрывает и... Вообще в хлам, короче. Так, Мухолов, об этом я уже много раз говорил. Конечно, в ноябре будет этот конкурс, так что поддерживайте меня. Ну что, ребята, карта станция Досан, она же Досан Стейшн. Карта очень необычная. Много направлений, через которые можно атаковать. Центральное направление с этими узкими проходиками, золотыми базами. Камни. Здесь проход обычный, который ведет к камням сюда оппонента. И здесь то же самое от этих вот сюда. Также можно пробить камни и заходить, соответственно, сюда. Можно везде прокси делать, здесь, здесь. То есть вариантов просто билдов миллиард. Но Статс предпочитает стандартный билд. Он делает Нексус. Гейт, газ, Нексус, кибернеточка билд у него будет. Сейчас кибернетка пойдет. Ну вот так кибернетку ставит тоже, а если сюда танки привезет, например. Также вот здесь вот камни есть, то есть можно пробить здесь камни и вообще с мейна вот так вот выйти сюда, вот сюда обойти и прямо вот сюда прийти к оппоненту, как и здесь. То есть просто супер чизовая карта такая, супер агрессивная. Но со временем, как ко всему привыкают, чаще играют и нормально на ней.
что надо, чтобы победить в марафоне. Вот же новость есть, там все написано. Пока там 4 пункта как бы находятся. Вот это фолловеры, кто просто на канал подписываются, как бы. Вот. Правда, я не знаю, как будут делать, если кто-то будет новый канал создавать, у него будут новые фолловеры с нуля появляться. На моем-то канале и на других старых уже их и так до хрена, этих фолловеров. Вот, поэтому я даже не знаю, каким образом это будет делаться. Вот. Премиум подписки, количество, ну, человека часов, то есть если тебя смотрит там 600 человек за час, у тебя 600 человека часов, да, как бы, то есть это в 10 раз лучше того, кого 60 человек смотрит, допустим. Ну, там меньше. Ой, ну, и основа, конечно, это донат, поддержка. Вот это мне больше всего не нравится, деньги, потому что, наверное, будет много всяких махинаций наверняка, как бы. Плюс я никогда именно только на эту ставку не делал, как бы, то есть у меня нету прям такого, что, да, там, типа, поддерживаю. Последние дни, конечно, говорю, чтоб привыкали к ноябрю, да, что нужно поддерживать, там, и так далее, но стараюсь ставку сделать на поддержку небольшую, но от большего количества людей, чем, да, на гигантскую, ну, в ноябре нужно всякое. Здесь пришли марики плюс циклон с медиваком. Так, Бьян еще и циклона с... Просто чертяга, а? Смотрите, что творит, а? Циклон увез просто медиваком сейчас. Пытается к рампе зайти, да надо поставить... Уверчаж достанет, мне кажется, не? Поднимается циклон. Адептами пытается остаться отбиться. Феникса пытается подрезать. Феникса так просто не подрезать. Циклончик падает. Фениксами пытается сбить медивак у нас так. Медивак сбивает. Фениксов контроль великолепный. Просто остается в чистом поле. Танк и 4 марика против 4 адептов. 4 адептов достаточно, чтобы все развалить. Но нужно танк минусовать, блин. Танк минусует, наконец, статс. Хороший контроль со стороны статса. 37-24. Отбился от прессинга Бьяна. У Бьяна однобазовый прессинг. Просто великолепен в этой игре статс был. Почистят избранное, все говорили. Может быть, почистят, да. Но если почистят, то хорошо, конечно, потому что... Ну, там за фулловеров там вообще смешные баллы, как бы. Основные баллы — это поддержка и премиум. Я не знаю, почему рекламу с общими премиями туда до сих пор не добавили, как бы. Потому что это такой же заработок сайта, как бы, ну... То есть это бы немножечко сбалансило бы всякое вот это прошайничество гигантских количеств, да? Я вот на природе не хочу этим заниматься. Ну, кто хочет, так тем и будет заниматься, в этом-то, собственно, и конкурс. Так, танк подрезает статус все-таки. Адептик всего один, правда. Цечку третью надо Бьяну отменять. Фениксы постраиваются. Гейтов 3 штуки. И сам статус золото ставит, а по рабам 42. По рабам 42 на 25. На 26 сейчас. 44 уже становится. Так, циклон выходит. Адепты врываются. Циклон захват сбивает, Стас. Разваливают все в мясо. Фениксы идут дальше. Марика забыли здесь незаслуженно за депошечками. Поднимает. Сел викинг такой, чтобы по воздуху не сбили. Но фениксам-то пофиг, они поднять могут. Стас побеждает 1-1. Хорош Стас вообще. Ну, кто у нас будет винером, кто будет в финале винеров у нас находиться? Стас либо Бьян, вот что, точнее, не финал, это уже финал винеров. Кто будет в общем финале из верхней сетки, из винер-брекета так называемого, вот это вопрос. Ждем хост. Че с Team Liquid это убрали, не понимаю. Там быстро добавить не смогут все равно.
Так, ну что? Сейчас Мэджика бы выперли, успел я отписать, что все окей. Как самодонат они будут пресекать, вот это я не знаю тоже, как бы. То есть, я, мне кажется, наверняка кто-то будет просто там заливать бабла, как бы, себе все. Поэтому пункт, ну, вот хотелось бы забалансить. Вот эти все самодонаты, как бы, нужно, чтобы донат не основу решал. Ну что, ребят, Вьян против Статса, третья решающая игра, поехали. Опа, прокси факта со стороны Бьянчика идет. Здесь барак, сейчас, видимо, реактор будет впилен. Второй газ добавляется. У Статса стандарт, гейт газ, Нексус, кибернетка. Но у Статса прокси. Вот чизерки-то. Два чизера сейчас у нас здесь играют. В общем-то, сейчас будет прокси Старгейт. И прокси Старгейт может, на самом деле, законтрить Бьяна. Потому что у него одна базовая экономика. Если много рабочих ему выбить, может быть больно. А ведь здесь никаких минок не будет ничего. Здесь только марики будут охранять. И то не факт, что будет на мейне держать марика всех Бьян. С другой стороны, здесь не будет вижена на то, чтобы минки отбивать. Тоже плохо. Я не знаю, кто там майкер, кто там что. Ну, посмотрим, в общем, посмотрим итоги конкурса. Это. Просто все помимо доната параметры решают меньше, как бы. Ну, это говорит о том, что явно могут обузить люди, да, как бы. Так это основа. Ну, ты пофиг, короче, не знаю, ребят, посмотрим. Ну, по-любому я буду участвовать, что из этого выйдет, не знаю, если честно. Ну, от вас тоже очень многое зависит. Марики идут вперед, сейчас Оракул залетит Статса, и здесь просто начнется... Как хорек в курятнике начнет всех вырезать просто бешено. Ой, пробочку надо одну вывести. Вот сейчас бы минку законтрил бы на мейне, Статс был бы молодцом. Но минку на мейне Статс не законтрил. Оракулом нужно выжить как можно больше. Рабочих выжечь. Статс контроль. Статс. Один с КСМ законтрил. Уничтожил. Здесь марики приходят, пробки разваливаются вообще в хлам. Мазеркура, я так понимаю, нет. Третий Оракул заказан. Статс назад полетел. Зачем назад? Ты рабов бы жёг бы. А почему Статс назад полетел, я чуть не понимаю. Ой, как Бьян минками валит, просто жесть, это минус Статс, ребят. Оракулами было просто бредом назад лететь, вот он стоит. Зачем ты это делаешь? Здесь всю экономику можно было убить. И даже с таким количеством рабочих, которые сейчас осталось, до вакуума просто подбиться попытаться. Вместо этого Статс вернулся и просто развалился. В итоге, куда ты оракулами-то летишь, там надо разваливать, мейн лететь нахрен.
Ну, Стас дает. Вот во... прилетает, туретка готова, уже здесь либератор, что циклон уже пришел, оракул сейчас будет уничтожен. Все, туретки дал достроиться, ГГВП. 2-1 Бьян, не доконтролил Стас немножечко, молниеносная просто игра, и Бьян попадает в финал Венеров. Ой, точнее, в суперфинал через Венеров. Ну, блин, значит, надо тем, кто в нижней сетке будет, брать. Так, Рьянг убил Хира, Лайф убил Сана. Рьянг и Лайф будут биться сейчас друг с другом. Победитель будет биться со Статсом. Китайские стримы надо взять сейчас. Так, сейчас китайцам еще раз смотрю, кто там стримит. Так, сейчас вам стрим поставлю, ребят. За поддержку еще раз всех благодарю. Ну, можете поддерживать меня и мой канал еще. В любом случае, ребят, всем громадное спасибо. Ждем продолжения. Лайф против Рьянга сейчас бьется. Я постараюсь прорваться в следующую игру, пока рестримы немножко посмотрим. Это ТВТ. Остается у нас фактически этот матч. Матч победителя вот здесь против Статса. Потом победитель будет биться с Бьяном в финале. И если он одолеет Бьяна 1-3, то будет 2-3. Если Бьян одолеет, то тогда 1-3 в финале будет. Вот как-то так. Кстати, Бьян на лайфенгах очень много уже бабла поднял нас. Ну как очень много, грубо говоря. Грубо сказано, но там 1400 баксов первое место. Это нормально. Очень даже. Сейчас проверим. Так, секундочку, ребят, я музыку уберу здесь.
А то у них тоже музыка стоит и накладывается, двойная музыка. Double music, блин. Так, Янг летит прессовать сейчас Элайва. Посмотрите, какая экономическая... А, нет, это Элайв пытается Бьяна. Рианга задропать сейчас. По экономике Элайв очень жестко проигрывает сейчас. Рианга идет вперед здесь. Так, ну хороший дроп проходит, я вам скажу. Что с Рианг в контратаке сможет сделать? Вот я даже не знаю. Сейчас щиты Элайв... Ой, щиты за два залпа выбил фактически Элайв. Приходит Риан к нему сейчас. Риан контрпрессинг делает, но мейн-то терять печальный, потому что здесь прирост весь. А там прирост на мейне. Нормально со все там с приростом, в общем-то. Пытается Рианка отбиться, пока не получается. Кажется, сейчас кто-то ГГ напишет. Не, еще никто не пишет ГГ, простите, ребят. Вроде как. Ну, кстати говоря, просто за один дроп Элайв получил гигантское преимущество сейчас. Смотрите, он переворачивает игру, просто фактически народ... Вот один дроп просто прошел и все. Ну, здесь что-то марики его бегают, тупят, отдаются. Пошел Элайв отбиваться, сейчас вперед, марики заходят. Викинги здесь есть, короче, развалил флам сейчас оппонент своего. А на мэйне до сих пор не может Риянка отбиться нормально. Причем Элайв еще и танки там увез. Вот в чем прикол. 95-70 по лимиту. Я, извините, что сворачиваюсь, я контролю. Вот, все, доиграли. Так, сейчас я в игру попаду и досмотрю, то, что там происходит. Все, идет дожим уже, вот он. Приходит Рианг. А что Элайв? Все, GG пишет. А, это Элайв пришел к Риангу. Все, Элайв победил, ребят, как вы видите. Извините, приходится, ну, туда-сюда прыгать, потому что в игру надо попасть здесь. И... Как-то так. Привет, Соуля. Не, вообще не слежу ни за какими тестовыми балансами. Вот. Так, пошел инвайт. Так, подождите-ка. Так, и Life 1.0 ведет. Поехали, ребят.
Так, ребят, все, отписался там по поводу завтрашнего турнира. Инфа, блин, здесь от Рианга Улын уже идет. Я дико извиняюсь, завтра будет от Take TV турнир. Очень интересный, где будет много европейских игроков, СНГ-шных игроков. Я вписался туда стримить официально, поэтому все нормально. Здесь Илай пытается отбиться, пока вроде как бы сдерживает прессинг. Но здесь три барака Риперы, один, правда, из них погиб. Но здесь уже два Марика и первый Гелик строится, плюс Старпорт. ЦС-щику отменяет сейчас Илай. И счет, блин, вот этот Рипера не минуснул. Если бы минуснул, вообще бы все замечательно было, но... Минуснуть не получилось, в итоге Рианг продолжает пушить. С четырьмя риперами заходит, гранаточку на рампу кидает, но рипера нужно регенить. Запрыгивает с другого направления, получает много дэмэджа. Лайф, кажется, сдержал пуш сейчас, очень четко туда-сюда, в общем-то, запрыгивает, контролит. Почему бы вот здесь вот где-нибудь не запрыгнуть Риангу? Вот отсюда сюда и вот сюда куда-нибудь, и все бы нормально было бы, по-моему. Так, улетел куда-то подальше сейчас. Вообще, зачем он дальше улетел, я чуть не понял. Так. На Twitch скидываю я. Смерть на пороге. СМ готов. Так, риперами пытается Рианг зайти на мейн. Гранатки по геликам хорошо заходят. Нужно еще гранат кидать побольше. Что-то Рианг залез Мариков, пишет ГГ. Домой. 2-0 Элайф. Элайф против статса ждем мы сейчас. Так, ссылочку на сетку вы можете в чатике просить, во-первых. Во-вторых, чё я отвлекаться буду? Так, Варди Open залилась, отлично. Кстати, завтра СГЛ будет группа еще. Ну, завтра буду я другой совсем турнир стримить, не СГЛ. Идет инвайт, запрыгиваю, ребят, в игру. Вот, сегодня, наверное, вечером отдохну, я уже об этом говорил, ребят. Во-первых, сегодня нету особо ивентов вечером. Вот, плюс с завтрашнего дня начинается очень-очень жесткий ивент от Take TV, где будут все СНГ-игроки представлены.
и европейские в том числе, будет очень интересно. И там стрим с утра до ночи будет, фактически просто нереально много игр. Так, 12.01 PM, погодите, PM. 12.01 PM, это 13.00 по московскому времени, я так понимаю. Короче, 20 октября сыграют просто три группы подряд, а потом группы АД будут играть, и вообще жестко очень-очень будет. Там будем решать, что и как. Так, ребят, Стац против Элайва у нас бьется. Свершится правосудие. Перворожденные. Так, ребят. Мазеркором залетел Стат сейчас. Развалил КСМ Кумарика, телепортнулся домой. Здесь у нас, вы видите, бункер на Луграунде, реактор на бараке, на факте... на факте лаба и... так, пошел циклончик и пошел ускоритель магнитного поля. Улучшение завершено. Thank you.
Так, здесь Никс на лоу-граунде. Залетает стат с архончиком. Ушел стат с циклончика, молодец. Но Бьян не... Ой, но Алайф не так просто казался. Посмотрите, как четко он словил Оракула сейчас. В итоге Оракулом почти ничего не сделал. Стас, взять на боевые лимиты. По боевым то тут вообще катастрофа. Здесь масс циклоны плюс марики. Все это двигается вперед. Стас золото занял. А как оборонять его? Чем точнее оборонять? А, фениксы здесь. Фениксы плюс адепты сталкера. Идет здесь прессинг со стороны Лайва. Кажется, у Статса гигантские просто проблемы. Похоже, ему здесь вообще будет не отбиться. Этот Некс точно. Да и на хайграунде чем он адептами тремя отобьется? Конечно, нет. Никакими тремя адептами он и не сможет отбиться. Это ГГ, ребят, это 1-0 в пользу Лайва. Пилоны уничтожены. 47-43, тем не менее. То есть есть шанс устаться, а жить минимальный какой-то. Но он реально минимальный. Хотя здесь есть иммортал, я смотрю. И иммортал может помочь очень сильно в обороне. Вот, собственно, Стас за счет него немножечко Лайва отодвигает. Рано я его похоронил, конечно. Оракул, да, какой архончик. Ошибся, ошибся. Пристройка. Давай, подними меня. Пристройка завершена. Ошибся с оракулом. Либератора пытается принять стас. Да ё-моё, и упустил чёртова либератора. Неприятно-то как. Но стимпака пока не будет. Здесь третья сечка, да, есть, но... Стасу надо заново на золото выходить, он это делает, по рабам, в принципе, более-менее вровень, то есть забуксовал в какой-то момент этот пуш, но тиран гигантский просто дэмэш нанес на самом деле просто, посмотрите на потери, 3300 на 1500. Идет скан на мейн со стороны Элайва, он об сервера хотел сбить. Или что он хотел просканить? Я чуть не понял, что именно он хотел просканить. Так, одного подрезал либератора стат с фениксами. Второй пока живой. Стимпак только... А нет, стимпака 40 секунд остается. ЦЦ-шка на третью перелетает. Понимает сейчас Элайв, что пора на третью вылетать уже. Стас добавляет гейтов. Гейтов он добавляет реально много сейчас. И, возможно, это будет выход даже какой-то с адептами, я так полагаю. Грейды 1-1 у тирана. Вот, кстати... Статсу нужно что-то делать до того, как 2-2 он дождется. В общем-то, и масс грейды дождется у Лайва. Если он здесь засидится, то, конечно, тут у тирана... Да у него и так, посмотрите, сейчас щиты стимпак фугаса доделаются, будет просто катастрофа. Месторождение минер. Ваши войска атакованы. Разработка... Так, пошел на лом. Стас разваливается под либераторами.
70 на 90. 13 КСМ, правда, уничтожил. Но ГГ пишет в итоге. Ждем инвайт в следующую игру. Так, это Гутри, ребят, прошу прощения, лайф 1-0 повел. Вторая игра, станция лайф, станция король, сижонг у нас карта, я... Так, пишу на Twitch людям. Там у нас смотрят англоязычные зрители сегодня, потому что Варди нету, почему-то я не знаю, где он находится. Нужно иногда инфу какую-то отписывать. Статс против Элайва. Вторая игра, карта станция Король Сиджонг. Вот, King Сиджонг Station. Собственно говоря. Ну и здесь, смотрите, что творится. Здесь у нас реактор через Марика на бараке. Факта достаточно ранее. Стат стандартный гейт Гаснекс кибернетчику делает. Противо Рипера застройка рядом вот с этим клифом, через который раз-два Рипер запрыгивает наверх. Но не через Рипера играет оппонент, поэтому все окей. Старгейт пошел. Старгейт пошел. Все, две пробочки на вторую базу поехали. Точка сбора тоже туда ставится. Вот. Дело не в том, что я люблю протсов, дело в том, что если выиграет Тирану, мы получим ТВТ в финале. А если выиграет Статс, то мы получим Статс против Бьяна в финале. Мне кажется, это будет немножечко поинтереснее, чем зеркальный матч, потому что ТВТ за ВЗ меня уже приуныло, если честно, за последнее время. Даже ПВП реально не так уж много проходит после КСПК, где Ник там скорее всего бился. Как-то просто в таких турнирах не сильный в последнее время, я смотрю. Хотя, на самом деле, и ПВП тоже бывает. Но ТВТ, ЗВЗ в последнее время очень много стало. Так, 2 гейта плюс на мэне. Это 3 гейта плюс оракул плюс выход феникса, видимо, со стороны статса.
Да. Вы сами видите, что происходит. Прилетел статс. Это, мягко говоря, не очень хорошее начало для процесса. Я бы сказал, это просто фейл. Потому что первый оракул ровно 0 демеджа сделал. Он прилетел и просто 100-150-100 юнит взорвался сразу же на первой минке. Вот и все, что произошло. Ну, четко Элайв закопал. Статс как-то не типично нагло для корейца. В общем-то, залетел и начал там пытаться развалить. Руикс 3 семерки. Ну, на Кибете сегодня, с которым я сотрудничаю, что-то не напилили там достаточно ставок, не знаю почему. Вот, где еще есть много всяких, есть контор ставочных, так что нужно смотреть, искать. Так, здесь еще одна КСМ-ка заблудилась. Да, еще одна КСМ-ка заблудилась. Феникса Адепт. У Стации их достаточно много, а у Элайва циклоны с ускорителями вот этими, с бонус дэмэджем здесь. Плюс 400 по бронированным. Сделался грейт, но бронированных здесь нету. Адепты Феникса, насколько я вижу, пытаются статс разводить. Здесь надо уходить отсюда адептами, иллюзиями. Я бы даже вперед ушел. Да, статс это делает. Видит выход оппонента. Здесь третий Нексус уже заказан. Адепт приходит. Здесь Марик нагреет. Недолго наглело. Не наглеть осталось. Двадцать склона адептов достаточно много. Либератор раскладывается у Лайва. Он идет третий Нексус отменять. Почему статс вот так вот стоит? И он что, он думал? Он не будет третий Нексус у Лайва отменять, что ли? Или что? Я чуть не понял. Вот этот пилон отдал оверчар сюда, не успел выставить. Это ошибкой было. Какой же дэмэдж минки наносит? Гигантский просто. Адепт под Либератора заходит, циклоны подняты. Фениксами четко законтролил здесь стации, адептами очень четко законтроливает. Нужно поднять еще вот этого циклона обязательно. Так, пытается здесь, знаете, что сделать? Лайф что, пытался забрать циклона? Это ошибка, нужно ловить просто сейчас медивак и все. Это сделает сейчас, обязательно сделает. Обязательно это сделает Стас. Короче, и Нексуса отбил, и все поймал здесь, что нужно. Ну только медивак-то не упусти, вот же он летит. Ё-моё, Стас завтыкал, медивак упустил. Нужно пытаться нагнать его. Буст сейчас будет готов. Готов буст, здесь Либератор, кто и прилетел. Вот за то, что за медиваком долго гонялся, дал шанс Либератору здесь по рабам пострелять. Но недолго это происходило. На муве просто откуда-то там с карты приходит минка на третью базу. Ну, минус 3 пробки, это абсолютно точно. 4, погодите, до этого она что-то, видимо, убила. Здесь 2 Либератора убил, плюс минка. Пара рабочих адептов приходит, адептами нет смысла врываться. Хотя у них и глефы сейчас будут готовы. Ну, третьей цешки нету пока у Элайва. В смысле, нету ее на добыче, но она есть в природе. Вот она перелетает сейчас. Либератор на мейн прилетел. Статс быстро очень реагирует. Фениксы где-то вдалеке были. Но некоторое время подблочит минеральную линию и будет уничтожен. Но подблочить линию уже очень хорошо, на самом деле. Феникс убивает его быстренько. Нужно восстанавливать добычу. Статс, вот, смотрите, просто... 2500 с мулами, с двух баз на 800 с трех. Уж здесь и минка еще есть. Так, минка еще раз жахнула. Ё-моё, минка еще раз жахнула, судя по всему. Сколько рабов убила, не знаю, правда. Добычу статс наконец-то восстанавливает везде-везде. Видит, как понемножечку оппонент его третий Нексус занимает сейчас. Добычу восстановил сколько? Ну вот добыча хоть нормальная стала сейчас, и то хорошо. Второй робо-робо-бэй, выход в колосса будет стараться, я так понимаю. Пошел разводняк сейчас с адептами. Привет, Микис. От Лино вообще ни хрена, короче. Ну, извини, конечно, что так получается. Мне, ну, уже... Я сам, правда, косячу. Я еще не снял этот, в общем-то, ролик пока что. Вот, но мне никак не снять его, потому что некому сейчас поснимать его в данный момент. Но... Прикол в том, что мне что-то, ну, как бы обещали, там обещали и деньги мне перевести, обещали, не перевели. И с этой темой обещали заморочиться, ни хрена никто не это, и ни в скайпе не отвечает никто. Вот такие вот дела.
Так что, если что-то будет, короче, я тебе скажу, ну, блин. Пока какая-то вот такая лабуда происходит. Здесь в районе третьей базы Феникса есть. Можно залететь, похарасить рабов Фениксами. Как будет инфа, сразу тебе скажу. Так, 2-2 у статса, по 2 колосса строится. Ну, выжил, самое главное, статс. В четвертый Нексус выходит. Так, на Кибете сегодня был кунг-фу кап, с Лайфенгом завтыкали. Понял тебя, Микис, ну извини, я тут реально ни при чем буду. Ну, что я просил несколько раз, как мне ни хрена никто не делает. Просто ну там. Почему ФЗ даже? Так, здесь, в общем-то, статс принял рубчик. На центре там минки шатает, летает спокойно. Здесь нужно этих всех юнитов убрать, иначе они смогут нахарасить еще раз, в общем-то, Нексус этот третий. Сталкеры говорят, я не хочу, ну, у меня приказ идти в другое место, адепты его толкают. Нужно зайти, развалить здесь от мародеров, мариков, типа, адепты косячно дерутся, стат, зайди ты на мувию наверх. Вот, наконец-то он зашел на мувию и уходит отсюда адептами. Принял, в общем-то, мародеров, мариков этих. 71-63 по экономике, только что... Элайва было больше, но вот уже стат сравнялся и даже, в принципе, в плюсе. 3-3 грейды заказано, это хорошо. Почему фаржи не бустится на такой стадии? Без понятия, бустится пустые роботиксы, ё-моё. Вместо того, что... Вот, наконец-то начал бустить фаржи стат, молодец. По грейдам по 3-3 опередит оппонента. Если адепты что-то в наглую пришли к четвертой базе, пытаются прорваться на вторую. Так, один телефортнулся, тут моментально уничтожен. Просто моментально. 3-3 заказывает Элайв сейчас. Статься, блин, готов. Статься 184, у Лайва 200. Опасно здесь с гастами. Армия просто дикая. 52 марика, 12 викингов, 14 мародеров, 2 либератора. Медивак, правда, 4 штучки всего. Но, блин, это этих мариков будет тяжеловато статцу развалить на самом деле. И вот в этот узкий проход заходить тоже печаль, если честно, полно. Адептами пытается статс зайти к Элайву сюда. Заходит на планетарку. Это ошибка от статса ужасная. Он дает оппоненту свою позицию занять. Я не понимаю, нахрен он вообще это сделал. Верча же выставляется. Но тут в размен надо было статсу идти, я так думаю. Потому что он просто отдал всю инициативу абсолютно. Посмотрите, сейчас он потеряет два Нексуса. Это катастрофа для него сейчас будет. Заходит вперед. Как же статс... Вот как так можно, а? Взять в центре, отдать позицию, обходить вот так, тиран на стимпаке, понятно, в секунду туда придет. Блин, ну это вообще, не знаю, так колоссы не дерутся, ё-моё. Замес проводит просто кривейшим образом статс. Викинги все упали, не, викинги еще живы, а колоссы уже все упали. Это минус статс, и лайф против, скорее всего, лайф против Бьяна будет биться в финал. Я так думаю, уже здесь ничего статс не сможет сделать, скорее всего. Хотя, пока боевой лимит более-менее конкурентоспособный, да, как бы, но
Ну, два эморфа строится. Ну, грейды сейчас одинаковые очень скоро будут. Здесь еще врыв на 3 часа, блин. Хорошо бы его законтрить как-нибудь бы, чтобы рабочие не падали. Но рабов упадет и здесь много в итоге. 5 штук, 7 уже падает. То есть по рабам уже проседание жесткое начинается. Элайф везде сканет, все прекрасно видит. Контр Хараса нет никакого. Одним гастом что-то камни здесь атакуют полгода. На минку статс попадает. Минус 2 сталкера. И так все плохо еще. Ошибки такие нелепые. Но лезть на планетарку, где гасты стоят, это вообще не вариант реально для статса сейчас. Ему нужно, если лезть, то куда-то вот сюда, вот сбоку обходить, где нет планетарок никаких. И может быть что-нибудь у него получилось бы тогда. Но этого статс не делает. Пытается выйти в шторм. Навряд ли, я думаю, успеет он уже куда-либо выйти. В какие-либо штормы тут. Никсуса восстанавливают вроде как. Здесь вообще рабочие не добывают. Сейчас надо восстанавливать добычу побыстрее. Добыча восстанавливается. Еще 8 пробок минус. Стат столько пробок успевает строить. Ну, я думаю, что навряд ли здесь получится тащить. Либератор все больше и больше прилетает. Стат пошел в замес. ЕМП. Кстати, год кидает ЕМП, и либератор сталкера просто с удара убивает. Например, такая система. Это 2-0 в пользу Элайва. Элайв против Бьяна ждем. ТВТ финал уже классикой стала, на самом деле, и на Лайфенге в том числе. Что-то тираны слишком решают в последнее время. Причем тут недавно писал, что Элайв так себе, а вот Элайв просто разваливает в хлам. Ну что, Бьян вступает в группу. Если Бьян сейчас выигрывает бо 3-1, то это все. Вот. Если Бьян проигрывает, то мы аж целых 2 бо 3 посмотрим. Ну, ТВТ будет выше уровня, поэтому, ребят, смотрите, будет круто. Заходим в игру.
Ну что, ребят, Элайф Бьян, поехали. Первая бо 3, Элайф синий, Бьян красный. Так, с какого города? Из Пскова я города. Улучшение завершено. Смерть на пороге. Так, ребят, все. Одинаковые билды, риперы, гелики. Здесь от Элайва Бьяна идут у нас. Гелики тут что-то ездят, жгут. Элайф неплохо заехал. Вроде как в плюсе остался после всей движухи. Одним рипером пытается аж целых два гелика развалить. Можно, кстати, развалить, мне кажется. Но тут третий выходит неожиданно. На троих распилили в итоге. Естественно, Элайф синий, опять тут Элайф риперами что-то попрыгал, попытался сделать. Ну, потери сопоставимые на самом деле. Я бы сказал, равные. Тут потерял Бьян КСМ-ку, Элайф на гелика больше потерял, да, там. Бьян сейчас тремя геликами едет вперед, очень интересно. Здесь, конечно, скорее всего, рампа будет закрыта. А, ну здесь циклон выезжает, все, с циклоном это изи отбивается, тут все. Минус Гелион 2 уезжает, и Банша Элайва сейчас залетает. Она будет с Энвизом через несколько секунд. А гелик пока нету у Бьяна, вот в чем прикол. Все, летит Банша мимо БДПшки, мимо всего сейчас. Так, залетела Банша. Ну и Элайв успел вылететь из ренжа скана, это очень важный момент. Ну вот все, скан кончился. И больше скана нет, между прочим. Короче, Банша нормально в итоге отхарасила. Рискнул Элайв, зашел на мейн 5-6, КСМ-ок забрал. Еще и на второй базе пытается здесь что-то сделать, я так понимаю. Пошел еще один скан. Не было в этой туретке, Банша ушла, но Элайв зря сюда начал уходить от циклона. Вот уходил бы вот в этом направлении, он бы ушел. Так, ГГ Элайв пишет, здесь Банша от Бьяна прилетела, ребят. И поэтому он написал ГГ. У него не было туретки вообще ни одной. И не было сканов, вот в чем прикол. Пока сам контроль, его самого дома развалили, я этот момент вообще пропустил. Ну, босс более поздним инвизом Банши.
Так, ребят. Вот и лайв, да, пропустил. Я на 1-0 повел. Вторая игра у нас. Привет, ботанички. Так, течный рочкер на рубль поддержал. Спасибо всем, ребят. Короче, поддерживайте меня и мой канал. Возможно, эта игра будет последней. Вот. Я не знаю, буду ли я стримить вечером сегодня. Сейчас, как кончится этот финал, я стопану стрим. Вы не расходитесь, я все вам расскажу, что будет в ближайшее время, да, как бы сегодня-завтра. Вот, на сегодня пока я даже не знаю, что там да как. Так, ребят, ну что тут Бьян с двух бараков риперов начинает. Ой, как Элайва принимает рипера идеально просто. Залетает на ХГ, здесь ничего нет, нужно запрыгивать. Сейчас разваливать КСМки начинать, что Бьян и делает вполне успешно. Гранаточка пошла, гранаточка не решает. Еще одна гранаточка кидается. 4 КСМки уничтожено. Сейчас выйдет гелик первый вышел. Марики тоже выходит, но риперов-то 3 штуки уже риперами. Бьян контролит просто очень-очень жестко сейчас. Так, по гелиону пуляет. Ну, ё-моё, рипер это нахрен отдавать было сейчас, я не понимаю. КСМ-ку подрезал, спускается Бьян вниз, рипер, и все новое-новое залетает. Сейчас второй уже гелик будет готов. А у Бьяна уже 3 рипера здесь. Как вы видите. И четвертый прилетает. Уже забаянили уже, честно говоря. Вот мы смотрим корейский СК. Сейчас и вполне успешно это делаем. 4 гелика есть, Бьян отменил ССР-чку, оппонент сам заказывает, сам строит викингов. Так, заходит Бьян на ХГ. Рипера одного здесь оставил. Опа, гранаточку в ответку кидает. Бьян контролит, просто дичь, знаете, что творить. Гранатами здесь врубает оппоненту и все, но вышли новые гелики, и Бьян вынужден был отступить немножечко назад, нужно постоять порегениться, а сюда-то все едут и едут юниты вообще. Вылетел викинг. Ну, викинга можно в тылу посадить, например, или танчиком там без сиджа, например, дропнуться. Решил с сиджем это сделать, лайф. Спускается геликами своими, лайф. Ну, хорошо, здесь все расконтролил. Бьян тут на ровном месте развел. Да, гелик-то можно было и вести Бьяну сейчас. Все, пожог и лайф. Ну, у Бьяна больше рабочих. По лимиту, правда, проседает по-боевому. У Элайва танчик викинг вперед полетели. Марики пошли тоже вперед. Надо вычинить циклончиков 3 штучки. Ой, циклончиков, гелиончиков 3 штучки. Они тоже помогут здесь в атаке. Ну, здесь циклоны 2. Ой, это минус викинг. Сразу же Элайва. И сейчас минус еще медивак с танком может быть. Короче, вот так вот одного юнита теряешь, и уже не так все хорошо становится.
Пришел и лайф, вы видите, какой слив с его стороны идет. Ну, 5 КСМ их забрал, а посмотрите, какие потери неравные. Ну, Бьян тоже, правда, юнитов потерял. Бьяна все еще больше рабочих, чем Элайва. У Бьяна уже есть стимпак, в отличие от Элайва. У Бьяна делается плюс один, здесь еще даже стимпаком никим и не пахнет. Танков тоже нет у Элайва, это плохо, безусловно. Ну, Банша зато может хорошо залететь. Одна с инвизом уже летает, Харасит здесь. Ну, правда, две туретки, и не так-то просто здесь с двумя туретками что вообще либо что-либо убить. Все фразы, блин, атакуют, Элай, что ты делаешь? Черт побери, что ты делаешь, Элай. Еще одна ванша летит. Бьян погрузился, куда-то полетел, дропчик на мейн пойдет сейчас. Еще одна ванша залетает. Здесь марики, здесь два викинга есть. Я не знаю даже, что Лайф на что надеется здесь этой большой. Так. Ну, про Лига, да, что ее не будет печально, но все-таки это был один из турниров. Мне жаль формат, то, что это единственный командный в мире такой турнир был, конечно. Ну, а что делать? Раз решили корейцы, тут ничего не поделаешь. Ну, надо было как-то с Европой объединяться и Близзарду это поддерживать, чтобы европейские игроки были бы американские, да, на уровне с корейскими бились, какие-нибудь команды, может, европейские. Этого всего не произошло. Это печально, в общем-то. То есть сцена разрознена, все-таки корейская, она какая-то отдельная, а надо бы мировую общую делать. Ну, чтобы общую мировую уровнем одинаково сделать, нужно... Чтобы тимхаусы были не только в Корее, и профессиональные команды, вот в чем прикол. Но теперь их там будет меньше. Ну, Дженейр остались. Я не знаю, что другие игроки будут делать, что, ну, надеюсь, там Близзарды как-нибудь поддержат все это дело. Посмотрим, короче. Ну что, Бьяна 100 на 68 лайва, кажется, мы не посмотрим 2 бо-3 в этом финале. Вот. Это печально. У Лайва еще даже щитов на мариков нет, только Steam-то доделывается. Бьян со щитами уже идет. Конечно, я думаю, что он прям в этой атаке победит, на самом деле. Вот пошел Steam. Бьян заходит с танками сюда. Мариками заходит за газ. Нуждает Элайва идти вперед. Это 3 танка ЦС-шку бомбят, ребят. Это очень жестко. Тем паче Себьян. Как он внимателен, а? Просто красавчик. Насколько внимательно сейчас действовал. Прилетает два викинга. Элайв понял, что здесь ловить нечего. Пишет ГГ. Поздравляем Яна с 1400 долларами с первым местом на очередном Лайфен Капе. Вот. Так, ну что, выходим из Старкрафта. Я сейчас сделаю стоп-старт, сейчас выйду из Старкрафта. Бьян говорит спасибо, что стримил. Респектую Бьяну. А мы ждем продолжения стрима. Я сейчас вернусь без задержки, расскажу вам, что и как.